Начинаю снимать в новом формате по Киеву с мобилой. Ага. Краеведческое видео по Киеву с мобилой. И сегодня мы прибыли с Колей на станцию метро Вырубище, чтобы показать вам устье речки Лыбедь. Это вариант такой. Снимать на мобилу. Если камера отказывает, в такой погоде что делать? Да. Холодно, ветер. Этот стук, он для слепых сделан. Если что, буду капюшон накидывать. Вот мы вышли на поверхность, автостанция Вырубище, такая транспортная развязка. Тут метро, тут автостанция, тут станция городской электрички. Мы смотрим на Лысую гору. Сейчас мы покажем, как Лыбедь ныряет под железнодорожный мост, но туда еще надо дойти, а потом пройдемся вдоль оставшегося отрезка Лыбеди до ее устья. Вот справа впереди Бусова гора. Мы проходим мимо автостанции. Очень холодно. Настоящие туристы всегда идут в обход. Вот мы просочились в такую прореху в заборе. Разумеется, мы показываем разруху, тлен и упадок. Все в рекламе наркотических средств. Все в мусоре. Проходим под мостом. Идет он, нам весь звук забьет. Да, а мы идем вдоль железной дороги, чтобы выйти к тому месту, где Лыбедь ныряет под мост. Вот. Знаменитая Лысая гора, над ней уже садится солнце. Раньше эта Лысая гора называлась Девичьей горой, и там не было ничего такого мистичного и таинственного. Это потом уже про нее придумали. Настоящая Лысая гора на левом берегу. И Лысой горой называлась та, что сейчас Юрковицей славят. Так, вот тут расположился гаражный кооператив. Вот там Бусова гора, Лысая гора. Между ними лежит в пойме Лыбеди гаражный кооператив. И когда-то на его месте был остров, как бы. И Лыбедь там раздваивалась. И на этом островке были лаврские кирпичные заводы. Они тут занимали большую часть поймы вот в этой местности. Так, мы перебираемся. Да, спокойно. Ой, смотрите, настоящие туристы найдут выход. Вот это вот трубы 5-й ТЭЦ. Этот ГСК уже, ГСК... Гаражная, как расшифровывается ГСК? Гаражная С, что такое? С, не знаю. Гаражная была кооператив. Гаражно-строительный, наверное. Невозможно. Вот. Как ты думаешь, насколько зрители будут терпеть трясущуюся камеру? Ведь на смартфоне камера более трясущая. Как известно, что это самая киевская амплитуда, это стиль и трясущаяся камера. Да, но тут камера в Киев с мобилой еще более трясущаяся, потому что должно немилосердно трясти и укачивать некоторых зрителей. Но самые стойкие, конечно, будут смотреть ради тех удивительных, редких кадров, которые мы добываем нашими походами. А вот уже и мост. А вот и мост. Зрители могли его видеть в фильме «Киевская амплитуда» про Лысогорский форт. Мы хорошо тут снимали нормальной камерой, не на мобилу. А что, это тоже про этого, как его? Это другое. Тревоги Рейнова, но там эти последние места. Там времена гусицких войн, такой духой. А вот и мостик, о котором мы разговаривали. А вот труба. Дело труба. Давай мы к ней подойдем. По этой трубе отчаянные люди перебираются на другую сторону.
Вода в Лыбеде зеленая. Утки. Следуя своей страсти к приключениям, я поспешил на трубу. Впереди заборчик, за заборчиком дым. Я боюсь высоты. Ну, сковырнуться вниз я в жизни своей неоднократно проходил по этой трубе. С каких-то пор я стал бояться проходить по ней. И вот сейчас я стою и не могу себя заставить перейти на другой берег, туда, к Лысой горе. Поэтому я капец. Вот мерно течет Лыбедь в природном участке русла. Ну, неизвестно точно, как Лыбедь протекала раньше, но, скорее всего, тут вдоль берега Лысой горы Крутого и там тоже протекала. А тут Лыбедь уходит под мост, и некогда в примерно этой местности в Лыбедь напрямую сбрасывался коллектор фекальный, канализационный. Вот. Ты хочешь пройти по трубе на другую сторону? Не рискую, если честно. Вот и я, знаешь, не знаю, что-то умерло во мне. Понимаешь, как... в чем дело? В принципе, она нормальная, то есть по ней-то пройтись можно. А, кстати, что там, что-то... А вот дымок. Значит, я думаю, лучше потом... Хоббитское жилище там. Я там эту самую стенку сделал. Итак, у нас есть два варианта. Либо возвращаться к станции метро Выдубище и там под эстакадой как-то пробираться, или посмотреть, нельзя ли пробраться здесь. Давай глянем. Посмотрим. Давай посмотрим. Ну, вопрос, можно ли пройти вдоль берега? Нет, нельзя. А вот граффити какие. А, красота. Слушай, это ж кто-то... Они спрятаны тут. Спрятанные граффити. Кто-то не боялся... Не, ну тут и не страшно стоять. Это хотя стрёмно, это сапога. Кого-то... Поддерживали кого-то. Слушай, смотри. Может, мы сможем сейчас вот тут вот перейти и на мостик. Все, что вариант. Нам надо, это туда. Я думаю, что это вариант. Главное, не попасть вот в эту стрелку. Знаешь, как в фильмах иногда, там, в вестернах у кого-то сапог застревает, и стоит чувак, дергается. Тут поезд едет. Блин, вот я чуть не упал. Так. Ну вот, нам надо как-то добраться. Тут каменья разные, драгоценные. Вот. Вот как-то туда. Так. Сторожка станционного смотрителя. Так, как туда добраться? Я стараюсь ступать плавно, чтобы камера не дергалась. Нам нужно подняться на этот мост. И сейчас окажется, что он не пешеходный, но тем не менее, как и будет. Так. На фоне чарующей панорамы Лысой горы Коля приближается к камере. Легкая тропка взбегает на гребень холма. Козьей поступью Петр Семилетов забегает на легкую тропку. И оказывается, опа, что на этом мосту тоже рельсы. Ну что же, попробуем
пройти по нему, тем более, что люди тут ходят, о чем свидетельствует тропка. Ну что же, это железнодорожный мостик, но вдоль него идет тропка. Поэтому пробуем перебраться на ту сторону. Вот не ездит ли тут кто? Вот тут, видишь, мазутная дорожка такая, значит ездит. И семафор рабочий там, красный свет показывает. Так вопрос, переходить тогда? Чего? Когда нам надо быстро переходить? А, ну, чуть не упал. Люди же как-то ходят. Да. Ходят же люди. Я думаю, мы... Если что, прыгаем с моста. Нет, ну можно вот туда прижаться. Ты слышал этот звук? Слышал, но это с улицы. С улицы? Да. Хорошо. Поперли тогда. Я думаю, что-то тут проходит где-то раз в году. Какой-то там этот. Я надеюсь. А вот уже там дальше спуск-то будет. Там все, что нам надо, все наши чаяния, это добраться до улицы Промышленной. Это не она, это столичное шоссе. Мы идем в район 5-й ТЭЦ и улицы Промышленной. Называется так улица. Вот нам надо спускаться вниз. Кто первый? Потом зрители скажут, какая страшная высота. Преодолевая опасности, мы миновали мост, хотя нас мог догнать локомотив, и спустились по крутой тропе. Мы подошли к началу улицы Промышленной. Мы сейчас пойдем к ней, но сейчас вот хочется свернуть к железнодорожной насыпи этой поближе, потому что тут овраг. Я вижу там колодец. Опа, чуть не упал. Фу. Вот тут дренажные колодцы, видны один, второй, старое русло Лыбеди. Угу. Оля, ты видишь вот зебру? Нет, не вижу. А ведь она тут есть, вот. Она как суслик, там... ее никто не видит, но она да, есть. А наличие тут зебры свидетельствует знак, дорожный знак. И мы переходим улицу Промышленную на другую ее сторону. Далее улица Гора, и далее выход Лыбеди из-под мостика. Осторожно, как лед. Лед. Лед под ногами майора. Да. Вот сейчас мы будем подбираться к тому левому берегу. Вот, перейдем к берегу. Вот этот мусор на ветвях образовался от того, что когда вода во время половодья поднимается, то и мусор, пресловутый целлофан, тоже поднимается. Итак, мы движемся по оставшемуся до устью отрезку речки Лыбедь.
вдоль улицы Промышленной. Когда его прорыли, получилось, что он должен проходить как-то над рекой, ну, вот, ага. Через реку, чтобы не пересекал, там мост сделали для канала. Смотри, тут любопытно как. Начинается сильный перепад высот. Видишь, там Лыбедь уходит в такое более узкое бетонированное русло. Ну, мы и сейчас-то идем по бетону, но мы идем как бы по верхнему уровню этого желоба. Да. Вот более глубокий уровень, он там, а мы идем по внешнему желобу. И сейчас мы подходим к месту, где начинается явный перепад высот, и Лыбедь уходит целиком в тот внутренний узкий желоб. То и дело. Отмечу, что зимой Лыбедь не замерзает именно из-за перепада высот. Перепад высот Лыбеди в пределах Киева такой же, как перепад высот Днепра от, по-моему, Киева до Черного моря. Вот Лыбедь в желобе все тянется и тянется, и мы идем туда, к Днепру. С левой стороны, кажется, что-то впадает в Лыбедь, посмотрим. Да, впадает. И вот из трубы. Не знаю, что это, течение есть оттуда. Для канализации, но сейчас нет дождей. Значит, какой-то приток со стороны ТЭЦ. По Киеву с мобилой. Это скользко. Вот это, знаешь, можно сделать так. Ступил, поехал, скольжение и падение в Лыбедь. Я сейчас стараюсь шагать со скоростью, с которой течет здесь Лыбедь. Мы сейчас идем параллельно улице Промышленной, соответственно, и такой индустриальный пейзаж. Город Херсон лучше, сказано в... Да, лучше, город Херсон лучше. Кстати, город Херсон строился под руководством Ивана Ганнибала, сына Абрама Ганнибала, вот, которого привезли Петру Первому, который был предком Пушкина. Для кого? Тоже для кого-то реклама. С моста ее не видно, понимаешь? Станция техобслуживания, причем недостроенная какая-то. Слева, вот мы уже прошли пятую ТЭЦ, и слева потянулись какие-то синие ангары, а мы все продолжаем идти, да идти вдоль однообразного довольно бетонного канала, где снова видим перекаты и постоянно уровень Лыбеди относительно уровня моря понижается. И в итоге мы выйдем к Днепру.
Отмечу, что вот тут явно ощущается, что правый берег, он выше, чем левый. Вообще говоря, вот это русло Лыбеди, оно искусственное, потому что естественное русло Лыбеди, оно было там, вот где мы шли по мостику, и дальше шла насыпь, и возле насыпи был овраг. А это русло искусственное, его сюда вывели много позже. Раньше, вот вообще говоря, тут был Днепр, рукав Днепра подходил к самой Лысой горе. А Лыбедь, она выходила из своего удолья, сразу впадала практически в Днепр после выхода из своей поймы. А это мы сейчас идем вдоль чисто искусственного канала. Тут была суша, были заливные земли, острова были, протекали рукава Днепра. Ну, а сейчас тут ничего не заливает, тут суша, и это бетонное русло. Примерно до 50-х годов в районе Лысой горы правобережный коллектор сливался с водами Лыбеди, и вот прямо по открытому руслу эти нечистоты все валили к Днепру, и вот это вот русло, в котором мы идем, оно постоянно, уровень дна его понижается. Мы как бы входим в низину искусственную, рукотворную. Вот тут такое дерево старинное, сухое уже. Я не знаю, что это было. Так по разлапистости похоже на иву, но явно древнее дерево. Так, вот тут надо как-то пробираться. Наша цель — Днепр. О, труба. Я не рискну заходить. Внимание, приближается армия чебураторов. Готовь оружие. Будем отражать нападение. Чебураторы атакуют. Ду-д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 у. Знаешь, это как путешествие Орфея в Панзиарс. Вот мы идем, какие-то видим объекты, какие-то мостики. Да. Вот это мост полупешеходный какой-то. Но в любом случае нам надо... Обойти. Можем под ним, а можем над ним. Наконец мы вылезем временно из этого русла, пересечем и пойдем дальше. Улица Промышленная продолжает идти туда. Так, вот, а видишь, там еще наверх какая-то фиговина. Вот, а там даже не пришла. Так. А тут мы не пролезем, походу. Да вот тут хорошо, тут. Или сюда. Сейчас посмотрим. Мы сделаем умно. Видишь, там, вот там цивильный спуск такой. А направо пойдем? Да, а потом мы снова перейдем по мостику. Почему? Потому что явно вот этот берег, он какой-то хреновый для прохода. Ого, там трубы такие. Да. И вот тот берег, он для прохода, по-моему, не очень. Будем для разнообразия идти по этому берегу. Да. А потом... Я мимо труб. Да. Слушай, у меня даже какая-то такая мыслюшка, чтобы где-то сделать, вот сесть и плыть так вниз. А плыли как-то по Лыбеди в резиновой лодке, в надувной. Интересно, и как? Ну, плыли и плыли. Я не помню, что у них получилось. Прямо кадры, знаешь, из текста песни Курта Кобейна, когда он рассказывал. Нет, стоп. О. Вот, аккумулятор на морозе отключается. Вот мы продолжаем идти.